зовут Зыкин Александр, я разработчик в Security Vision. Продукт, который мы делаем, это система, которая может делать вообще все. Она может интегрироваться со всем, чем угодно, управлять любыми системами, которые умеют интегрироваться. Очень круто, что каждый день я ощущаю, что делаю этот продукт лучше, что он оказывает какой-то вклад на индустрию, на рынок, и от этого хочется приходить каждый день на работу и делать свою работу. Мне нравится работать с разработчиком в Security Vision потому, что здесь очень интересный проект, и потому что очень крутой, современный, интересный стек. И все разработчики, которые работают у нас в компании, они занимаются и фронтом, и бэком, и базами данных, такой полный стек. И это очень интересно, позволяет также не выгорать, заниматься разнообразными задачами, развиваться во всех направлениях и выстраивать архитектуру системы со всех сторон, на всех уровнях. Это очень круто. Может показаться, что наличие большого количества технологий для одного разработчика — это стресс, на самом деле нет. В принципе, программирование — такая интересная штука, где все очень друг на друга похоже. Главное — понимать алгоритмы, базисы какие-то. Сюда стоит прийти, потому что ты можешь развиться, участвовать и работать над интересным проектом и расти вместе с командой и с продуктом.